Нальчике завершился турнир чемпионата России по дзюдо 2017. И для наших спортсменов он оказался успешным. Так Альберт Мангуш завоевал бронзовую медаль. Он выступал в весе 60 килограммов. Причем наш спортсмен выступал с травмированной рукой, но смог добиться бронзы. Во второй день чемпионата России 2017, показав великолепную технику дзюдо, бронзовую медаль выиграл Саян Андар. Если бы не досадная осечка в полуфинале, в схватке с кемеровчанином Георгием Шмаковым, были все основания полагать, что Саян впишет в историю тувинского дзюдо свое имя золотыми буквами, как первый чемпион России по дзюдо среди взрослых из Республики Тыва. Увы, не хватило совсем чуть-чуть.